Всем привет, ребятки! Доехали мы до Купангана, сели на тук-тук, доехали до пляжа Infinity. Вот, посмотрите, сзади меня надпись Infinity. Пойдемте посмотрим, что здесь нам предложено. Синий тут, смотрите. Народу, конечно, никого. Сегодня и солнца-то сильно нет. Окей. Посмотрим, что тут есть. Ну, волн нету, да? И волн нету, и народу нету. Ну, тот лучше был пляж, да? Ребятки, друзья, мы на Капангане идем. Море, смотрите, тут немножко оно заболоченное. Нет, вообще-то оно чистое, но тут водоросли. Идем прямо. Ночам, наверное, вылезают они. Вот все в крабах тут, в норах, вернее. Вот это. This one. Ага. Так он утилизацию мусора производит. Сейчас все туда закопает. Все водоросли. Пляжи нас тут не вдохновили. Мы приехали вон оттуда вот, а Ко Самуи вот напротив, посмотрите. Вот оно, Ко Самуи, видите, в дымке? Это Ко Самуи. Но пляжи тут очень мелкие, и водичка такая с водорослями. Мы, наверное, поедем назад, на другой пляж. Смотрите, как тут все. Бунгалово. Вот уединенный такой тихий отпуск. Не знаю, я думаю, что, конечно, коттеджи со всеми удобствами. Ну так они вроде бы современненькие. Теперь нам надо отсюда выйти. Этих джунгли. Они тоже, вот много бунгалов, можете взять в ренту, турент в аренду. Красиво все, джунгли везде, джунгли. Кокосы растут. Вот смотрите, даже какой-то резортик кто-то забацал, покрасил. Алигуэс Ботикве Резорт. Бутик. Бутик резорт. Rooms available. Пожалуйста, приезжайте, снимайте, отдыхайте. Он аккуратненький, посмотрите какой. Кто-то вложил денежку, сделал аккуратно по-европейски. Вот, ребятки, идете, вот так идете, все тут в цветах, пожалуйста, смотрите, бананчики растут, можете прям взять бананчики, сорвать, если хотите, маленькие, аккуратненькие, смотрите, пожалуйста, тут прям все так доступно, шаговой доступности, рукой потянулся, банан сорвал, по пальме ударил, кокос упал, тут прожить можно, ребятки, помните про эту песню, Чунга-Чанга,
Но это не про Африку. Это про Таиланд. Жуй бананы, кокосы срывай. Вон кокосики растут. Я говорю, по пальме бабахнул ногой. Он раз упал, вон лежит. Взял его, съел. Вон, смотрите, все пальмы с кокосами. Никто не ест. Смотрите, какие домики. Вот строят бунгало. На больших сваях. Чтоб змеи не залезли. Птички вон в клетках. Песенки поют. А тут уже зажиточный такой. Целый дворец по местным меркам. Красивый. Красивый. Посмотрите, какой домик. Аккуратно, травка подстрижена. Садовник, видать, есть. Ляпотища, ребятки. Вам всем сюда. Вон водичка, видите, сверху. Водичка у них тут на вес золота. Питьевая. Ребятки, смотрите, сколько кокосов. Я вот этой девушке на нервы уже действую. Вы не знаете эту девушку? Она ходит со мной целый день. Боишься? Друзья, нахожусь на Капангане. Отличная тут погода. Немного тучки, немного солнца. Ветер, конечно, сегодня усиленный. Смывает вон с моря. Волны большие, посмотрите. Ну, ничего страшного. Купаться можно. Это дело вкуса. Кому-то больше волны по душе, кому-то солнце. Передаю всем привет. Ставьте лайки. Мой канал Always Travel. Всегда путешествуй. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Буду рад. Спасибо. Парни, поехали дальше. It's like canela. I don't know. Подходите сами, берете пивасик. Вот тут пиво, смотрите, какие цены. Smirnoff Ice, маленькое пиво 70, большое 100. Тут вот есть Wi-Fi, прям смотрите, вот это вот паспорт. Заходите, все у них тут есть. Вот напитки, какие вы хотите. Все есть. Все есть. Все для вас. И море есть. И вот нас поджидает. Поджидает наш напиточек. Смотрите, какое все холодненькое. Вау, 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 вау. Посмотрите, какое все классное. Попросил я льда. Конечно, пиво со льдом, с водой не пьют. Но тут это можно. Тут больше оно жажду утоляет. Никаких других целей от пива тут не преследуешь, от пива не преследуешь. Просто утоление жажды. Какой кайф, посмотрите, море. Солнце вышло. Ребятки, вам всем сюда. Рекомендую. В прошлый раз вы увидите в моем репортаже. Было другое море, было тихое, было нежное, спокойное, а сейчас разбушевавшееся. Это море всегда с характером. Вот у вас же есть свой характер, и он всегда разный. Наверное, можно назвать это не характером, а настроением. Настроение сегодня одно, завтра другое. Ну, вы отходите, и потом опять становитесь в нормальном настроении. Так и море. Сегодня оно бушует, оно очищается, оно становится чище для вас. А завтра вы придете, оно будет нежное, доброе. Все для вас.
Сделали капучино. Капучино на пляже Копангана. Чувак идет, смотрите, типа по канату, по натянутому, насколько у него гармония со своим телом. А?
Красава, давай иди, не падай. Давай. О, какой молодец. Идет, прошел, смотрите, не упал. А вы так можете, ребята? Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Прошел, смотрите. Вот эти шпангурты. О, смотрите, он еще эквилибристику делает на камеру. О, ложится, смотрите, ребят. Можете так? О, о, он еще ляжет сейчас. Круто. Круто, 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 круто. Круто. О, молодец. О, молодец. Это все в воздухе происходит. Красава. Это все происходит на Копангане. Хадрин Бич. Фульмун Парти Штранд. Оба, 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 оба. Как он зашатался. Ну, смотрите, держится. Красава, держится. Молодец. О, идет. О. Ну, все мышцы прям работают. Опа, опа, опа. Молодец. На одной ноге, смотрите. Хорошо контролирует он свое тело. Молодец. Молодец. Ничего не могу сказать, слов не хватает. Красавчик, да, еще можно сказать. Что вы еще бы добавили? Можно сказать клоун, да, клоун. Цирковой артист. Но он приехал сюда американо парти. Через сегодня у нас 3 февраля. Через 6 дней тут будет парти. Фульмун. Фульмун. Полная луна. Парти полной луны. Все будут зажигать, отдыхать, гулять, тусить, пить ром, водку. Ну, смотрите, начался цирк. Сейчас он еще будет жонглировать. Смотрите, ава. Красавчик. Увидел камеру, покатило. Смотрите, опаля. Молодец, молодец. Ава, ава. А? А? Что творит? Опа! О. Опа! Ребятки, смотрите, что камера с людьми делает. Начинают сразу они. То, что не умели, никогда начинают делать. О. Опа-ля. Ему шапку надо положить, деньги собирать. Опа. Оп-оп-оп-оп. Молодец. Вы так можете, ребят? Кто так может? Напишите в комментариях. Сложно ли такое? Я бы рухнул сразу. Он держится, молодец. Оп! О! Браво! Молодец. Ребятки, мы на Копангане. Хадрин Бич. Фульмунд Парти Штранд. Фульмунд Парти Бич. Пляж. Называйте как хотите. На любом языке это понятно. Это парти. Это хорошее настроение. Но сегодня волны. Они нас не пугают. Они никого не пугают. Люди приехали сюда отдыхать. Загорать. Оставлять свой стресс. Оставлять свои проблемы. Эта вода, она забирает все и оставляет только позитив.